Друзья, всем привет! Сегодня приобрела вот такую пряжу серого цвета, акриловую. Решила вязать шарфик. Решила вязать шарфик крючком 3,5. Начинаю с набора воздушных петель. Набирать буду петли до нужной мне длины, какой хочу ширины шарфик. Потом буду вязать длину. Вот набрала воздушные петелечки. Крючок у меня железный. Вяжется им очень-очень удобно. Вот примерно такое количество петель для начала шарфика нам понадобится. Вот такая длина. Теперь нам нужно сделать петлю подъема. Я ввожу крючок во вторую петельку, вытягиваю и делаю петлю подъема. Петля подъема. Это я начинаю уже второй ряд. Я начинаю с этого ряда, в каждую петельку ввожу крючочек. Ввела крючочек, вытянула петельку. Вот у меня пошел вторая петля второго ряда. Теперь ввела крючочек в третью петельку, вытянула. Вот у меня третья петелька. Вот такое получается вязание. И так я буду вязать до конца ряда. Потом сделаю петлю подъема, и будет у меня третий ряд, четвертый, пятый, шестой, и буду вязать до той длины, которая мне нужна. Друзья, кто не подписан на мой канал, подпишитесь, поддержите мой канал лайком. С вами была Алина, увидимся в новом видео.